Так, привет вам, Анатолия Васильевича Бродского. Еще показывают уже другие персики. Знаете, как он обитает? Это та же малец, как у меня. У его друга его персики еще крупнее. И у меня, кстати, такие же проблемы это одолевает. Вот, я специально с экрана снял. Полюбуйтесь на эти чудеса. Полюбовались? А дальше что он мне сообщил? Вот, изюминка США. У него он дружит с нашими американцами. Не с американцами из США, а именно нашими американцами. Вот. И они там хотят совершить. Я только не понял точно, что именно из моих вебинаров, из этих, из наших, что-то выберут и буквально 2-3 минуты покажут там по телевидению. И назовут это изюм. И он назвал это изюминкой США. Оно, конечно, здорово, что американское телевидение покажут. Ко мне забыли дорогу. Все. Раньше хоть приезжали областные, сейчас уже никакие. Интерес продолжает падать. Это при том, что в этом году у меня абрикосов поменьше, а абрикосов у меня будет ведер 200. Да. Ну, так прилично. Там было бы 300, но крупноплодных маловато. Так, посмотрели, полюбовались. Вот. Идем дальше. Юрий Васильевич, очень короткий отчет. Когда была Марина, вот эта, блогер, так, наш Саяногорский, вот, мы сняли фильм, вот-вот он появится, и она обещала, даже еще на Ютубе не будет, но уже вам ссылку мы отправим о ваших абрикосах. Напоминаю, здесь 9 штук подряд растет, заплодоносил пока один, вот, похоже, он самый скромный, но не, как бы сказать-то, оборачиваю своей обратной стороной, дам побольше плодов, но пусть они будут это, помельче, так. Стоит теперь взять черенки, перенести их на другие подвои и, по примеру персиков, ну а дальше понятно, дальше по тексту. Ладно, идем дальше. Юрий Васильевич, это пока все. Остальное будет в специальном фильме, мы там к каждому саженцу подходили. Так, и еще, вот это перенесенное на другой участок абрикос. Бродского, не смотрите, вот это чужое дерево вот, с плодиками. Просто я пример привел, как раз прошел дождь, мне бросилось в глаза, что очередной дождь, что листья сырые. Я хочу сказать, вот он, Дальний Восток. Всю весну, все лето, дожди, 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 редкий день без дождей. Вот, где-то первая парша появилась, чуть-чуть появилась на яблоне, покажу, пока на одной. Так, да, пожалуй, все. Но абрикосы, до сих пор не могу найти ни одного листика с этой же самой с монелезом, или как его там называет наука. Вот, ничего не понимаю в болезнях. Вот вам яркий пример. Это перенесенный на другой участок один из абрикосов Броско. Причем, как самый перспективный. Ну, я пока по листьям сужу. Но он не стал плодоносить благодаря этому переносу. Он меньше в 2 раза, в 3. Ну, перенос есть перенос.